Горбата. Мне кажется, что это граната. Ну, буду выбирать, наверное, граната. Горбата. Чай. Краски. Цветы, красивые девушки или краски. Ну, я выбираю первый вариант. Цветы. Краски. Ну, думаю, буду первый вариант цветы выбирать. Свет. Диван. Ковер, стул, либо гамак. Ну, мне кажется, что это стул. Даю фору там литовцу этому, сорику. Ну, давай третий вариант, гамак. Гамак. Хмарачос какой-то. Первый вариант расческа, второй вариант небоскреб, третий вариант камин. Сейчас дайте подумать. Ну давайте первый вариант расческа, наверное. Ну, я выбираю расческу, потому что мне так кажется. Вот, хотя это небоскреб. Хамарашок. Камень. Зорька. Глаз, туман или звезда? Зорька – это звезда. Конечно, третий вариант – звезда. Туман. Шали. Пакость, весы, либо нитки. Шали. Ну, мне кажется, это первый вариант – пакость. Ну, давайте нитки, может, третий вариант будем выбирать. Нитки. Трусик. Первый вариант – кролик. Второй – предатель. Третий – кленовый лист. Ну, давайте первый вариант, может, кролик. Трусик, да. Ну, я думаю, что трусик – это кролик. Кролик. Шкарпетки. Носки, запонки, либо первоклассники. Ну, мне так кажется, что это носки. Ну, это будет, думаю, носки, первый вариант. Запонки. Альтанка. Родник, беседка или ласточка? Ну, ласточка, конечно, было бы хорошо, но это беседка. Может, ласточка? Не знаю, третий вариант выбираю. Пастошка. Цягник. Первый вариант – поезд, второй вариант – штанга, третий вариант – арбуз. Ну, первый вариант – поезд буду выбирать. Скорее всего, это поезд. Штанга. Становишься паза гульнёй. Это варианты офсайд, травма, запой. Ну, я уже слышал это где-то из футбольных комментариев. Так что это офсайд. Ну, наверное, офсайд первый вариант. Становишься паза гульнёй. Запой. У тебя на самом деле хороший результат, но чтобы еще он был лучше, мы тебе подарим словарь. Вот, и вот ты можешь изучать белорусский. Спасибо. Спасибо.